Здравствуйте, товарищи! Рабочий класс может улучшить свое положение только если будет опираться на серьезные теоретические знания. Если кто-то дома или с единомышленниками изучает «Капитал» Маркса, сочинения Ленина и Сталина, на это у него уходит очень много времени. И едва ли таким образом можно будет вполне понять смысл этих научных трудов. Системные знания о марксизме и ленинизме можно получить, пройдя обучение в Красном университете фонда «Рабочая академия». Красный университет дает глубокие и прочные научные знания по теории марксизма. Это особенно важно для тех, кто занимается пропагандистской работой. Политическая борьба ведется по трем направлениям – политическому, экономическому и идеологическому. Чтобы в ней победить, нужно быть подготовленным во всех этих вопросах. На лекциях в Красном университете изучают науку логики Гегеля, капитал Маркса, научные труды Ленина. Самое важное, что учебная программа построена на неразрывном единстве марксистско-ленинской философии, политэкономии и научного коммунизма. Благодаря этому после окончания учебы слушатели имеют стройную систему знаний, опираясь на которую они могут успешно бороться за коренные интересы, за установление коммунизма. Слушатели университета работают в партии рабочего класса, в профсоюзах, просвещают людей, живущих в буржуазном обществе и находящихся под влиянием буржуазной идеологии. Красный университет – это великолепный пример качественного советского образования, сохранившегося до наших дней. За это нужно сказать большое спасибо организаторам и преподавателям. Записаться на занятия очень просто. Для этого нужно зайти на сайт фонда «Рабочая академия» и сообщить о своем желании учиться по телефону или адресу электронной почты, которые там указаны. Обучение в Красном университете бесплатное. Занятия на первом отделении продолжаются с октября по май. Жители Ленинграда посещают занятия очно. А тот, кто живет в России или других странах, пользуется системой дистанционного обучения. Они смотрят видеозаписи, выполняют задания, принимают участие в семинарах. Научные знания, которые дает Красный университет, помогают разобраться в том, что происходит вокруг, понять суть политических и экономических событий в России и мире. На их основе мы можем построить справедливое общество, в котором все будут жить своим трудом. Приходите учиться в Красный университет.